недалеко от Таллина, в сторону Харкова, там как вы думаете, какой электронный телефон? Несмотря на то, что весна не всегда радует нас теплом и солнцем, школьные каникулы еще никто не отменял с оглядкой на погоду. Главное – заставить себя оторваться от компьютера и проявить интерес к бесчисленным мероприятиям. Причем совсем не обязательно для этого заглядывать в родительский кошелек, поскольку многие мероприятия проходят бесплатно или за небольшую плату. Так, с 19 по 25 марта молодежные центры приглашают школьников на познавательные мероприятия, посвященные тому, как избегать опасности в реальном и, что особенно актуально для современной молодежи, в виртуальном мире. Об этом можно будет поговорить детально, поскольку в гости к ребятам придут представители молодежной полиции и работники вирусской тюрьмы. А в культурном центре Линда Киви днем 20 марта пройдет концерт духовной секции Ласномяйской музыкальной школы. А после выступления всем зрителям и слушателям предложат поближе познакомиться с музыкальными инструментами. Уже вечером там же состоится большой весенний концерт. Таллинский научно-познавательный центр «Энергия» приглашает всех узнать, что такое электричество, или поговорить о погоде, прогнозах и совершить чудо, сотворить вместе облака, дождь и ветер. Приглашает к себе мальчишек и девчонок и русский театр, где в выходные пройдет несколько детских спектаклей: «Король Дроздобород», «Приключения Чиполлино и его друзей» и «Три толстяка». Молодежный русский театр 22 и 23 марта покажет премьерный спектакль «Заморашка» о судьбах девчонок 14-16 лет, попавших в женскую подростковую колонию. И, как всегда, гостеприимно ждет всех таллинский зоопарк. Не воспользоваться подобными предложениями значит впустую потратить столь драгоценное именно в каникулы свободное время. И самое главное – оторваться на это время от компьютера и дивана. Ведь по опросу психологов примерно так проводят каникулы более 40% школьников в России и Европе. Очевидно, похожая картина и у нас. Если используется компьютер, его нужно использовать с целью с какой-то. И потом мне очень грустно говорить достаточно тривиальные вещи и грустные вещи, потому что каникулы – это каникулы и отдых для детей. Но вовсе это не значит, что это отдых для родителей. Это еще большая нагрузка, нежели их работы. Поэтому родители отдохнут после каникул. А сейчас единственная возможность – это быть вместе с ребенком. Это самое лучшее, что может сделать ребенок, родитель. Я понимаю, что достаточно, ну, у всех у нас разные финансовые возможности. Хотя в идеале, конечно, было бы хорошо куда-то поехать с ребенком. Я повторяю, что самое главное – быть как можно больше. Если этой возможности нет, ну, значит, наверняка можно использовать те возможности, которые предлагает город Таллин, а их более чем достаточно. Спектакли, можно посмотреть внимательно афишу, можно сходить на выставки, можно посмотреть что-то интересное в зависимости от возраста ребенка. Но чтобы оторвать свое любимое чадо от компьютера или телевизора, нужно лишь предложить ему что-то не менее интересное и увлекательное, чем компьютерная игра или телепрограмма. Например, детский городской лагерь, который на этот раз посвящен теме космоса, причем скафандр нужно будет соорудить самому. А сколько радости доставит поход в кино на уже полюбившиеся мультфильмы или премьеры, например, в «Сыпрус на гадкого утенка», который идет и на русском языке. Нарвская библиотека ежедневно в дни каникул приглашает всех на интересные занятия для ребят разного возраста. Можно также всей семьей посетить Нарвский замок, где проводятся специальные детские экскурсии. Но несмотря на каникулярное настроение, полиция просит быть внимательными, родителей проследить за тем, чтобы несовершеннолетние не употребляли алкогольные напитки и табачные изделия. А также стоит быть осторожными вблизи водоемов. Ведь так хочется, чтобы каникулы прошли весело и без происшествий. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.